Уважаемые казахстанцы, вот, вот это здание, это принадлежит Наурызбаеву Алмату, председателю казахского общества слепых. Он это здание оформил на родственников жены. Это здание имеет площадь 5000 квадратных метров. Это вот сейчас мы смотрим с одной стороны, сейчас с главного входа, и с другой стороны покажем, чтобы вы видели объемы этого помещения. Вот, вот этот объект мы сейчас видим с главного входа. И я хочу еще с одной стороны вид этого объекта показать, потом я расскажу, что за здание. Вот это здание с третьей стороны, ее вид. Я думаю, что это помещение ранее принадлежало, скорее всего, Министерству образования. Видимо, здесь была какая-то средняя школа. Но сегодня этот объект принадлежит Наурызбаеву через подставных лиц. Здравствуйте, дорогие казахстанцы. Сейчас вы на видео видели объект площадью 5000 квадратных метров, который принадлежит Наурызбаеву, председателю казахского общества слепых. У Наурызбаева еще есть подобный объект в городе Талдыкургане. Кроме того, по слухам инвалидов, есть у Наурызбаева и счета в офшорах, оформленные на родственника. Вот в данном случае можно сказать, это настоящий олигарх. В прямом смысле этого слова, так как так он еще и влияет на государственных чиновников. Я в прошлых передачах говорил о слухах. Вот сегодня хочу рассказать об источниках слухов. Первым источником этих слухов является сам Наурызбаев. Он частенько собирает застолья, приглашая близкое окружение. И застолья в основном проходят в кафе и ресторанах города Нур-Султан. После принятия определенной дозы спиртного Наурызбаев начинает рассказывать, какие у него связи, а у его связи какие люди дружат с этой связью. И есть еще и второй источник этих слухов. Я как говорил, есть общественное объединение неунывающих инвалидов, которым реально руководит сам Наурызбаев через подставных лиц. И в этом объединении есть два фонда. Это МЕИРМ, и возглавляет его жена Наманова Лейла. А второй фонд возглавляет президентом фонда является Тулеева Ахнур, молодая девушка из провинции районного центра Шаульдер Туркестанской области. Данная девушка за пару лет работы в этом фонде сумела купить двухкомнатную квартиру в городе Алматы. И сейчас, когда мы уже в нескольких обращениях говорим о хищениях государственных средств в этих общественных объединениях, она, естественно, забеспокоилась. И родственники с Туркестанской области тоже забеспокоились и стали ей предлагать быстрее уволиться, пока не забрали эту двухкомнатную квартиру. Она в ответ родственникам говорит: у нашего шефа крепкие связи,
есть надежная крыша. А эта надежная крыша дружит также с очень высокопоставленными людьми и называет Дарью Нурсултановну. Поэтому, говорит, вы сильно не беспокойтесь. Напротив, вот тот, кто сегодня вещает, он скоро будет привлечен к уголовной ответственности. Если эти слухи имеют какую-то основу, то тогда понятно, почему у нас появляются инвалиды-олигархи и почему они становятся неприкасаемыми. Теперь я хотел бы сегодня еще раз сказать о следующем. В прошлых передачах слушатели этого канала, некоторые просили меня, чтобы я передачи делал на казахском языке. Я сегодня, конечно, немного на казахском языке скажу и скажу причину на казахском языке, почему я в основном вещаю на русском языке. Саламатсыз дарма, казах елі. Зағиптар манкурт емес. Біз өзіміздің ана тілін білеміз. Ана тілмен ойды да жеткізе аламыз. Бірақ мынандай бір себеп бар. Неге біз мен орысша көбісінде сөйлеп атқаным. Осы 70-ші жылдары біздің қазақтың саны 29% қазақ қалған біздің өзіміздің елде. Сол кездерде қаладағы мектептер жабыла бастады, қазақ мектептер. Оның орнына орыс мектептері ашыла бастады. Қазақ мектептері тек қана ауыл жерде де қалып отырды. Сол жылдары қазақтың көбісі білімді орыс тілінде алды. Сондықтан қазір біздің қазақтың саны 70%-ке жетіп қалған кездің өзінде тең жартысы қазақ тілін жөнді түсінбейді. Оның үстіне 30% басқа ұлттар оларда қазақ тілін түсінбейді. Ал енді жартысынан көбі қазақстандықтардың қазақ тілін түсінбесе, мен қазақ тілінде сөйлегенімді халықтың жартысын көбі естбейді. Сондықтан мен орысша сөйлеп жүрмін. Тағы айта кететін, өз тілімізді білмейтін ол қазақтың кінәсі емес, не орыстың кінәсі емес. Ол біздің биліктің кінәсі. Бірақ жылдан жылға біздің қазақ тілі көп мектеп ашылып, қазақ тіліне көшіп атырмыз. Болашақта бір күні сол арманымызға жетерміз. Біздің мемлекет толық қазақ тіліне көшер. Вот сол кездерде мен барлық ойды қазақша жеткізуге тырысам. Енді болашақ осындай хабарды әлде де мен орысша сөйлейін, оған ренжімеңіздер. Уважаемые казахстанцы, я объяснил, почему я в основном делаю передачи на русском языке. Я думаю, меня поняли. И в дальнейшем я буду в основном передачи делать на русском языке. И я думаю,
меня в этом все поддержат. Спасибо за то, что слушали. Ждите следующих передач.